Еще один продукт линейки трансфер-факторов, целенаправленных трансфер-факторов, это продукт, который называется Belvi. Продукт для женщин. Ну, вообще в трансфер-факторах, в линейке есть продукт для женщин и продукт для мужчин. Про продукт для мужчин мы поговорим чуть попозже. Давайте сейчас посмотрим на Belvi. Там, как и во всей линейке, разумеется, присутствуют непосредственно сами трансфер-факторы. И здесь они присутствуют как из коровьего молока, так и из куриных желтков. То есть обе фракции, как и в трайфакторе. И дополнительные группы веществ, которые можно систематизировать как фитоэстрогены, то есть это одна группа веществ, даже не веществ, а растений. Например, это семена льна посевного, красный клевер и пуэрария или кудзу. Все эти растения известны как носители фитоэстрогенов, позволяющих организму женщины, балансирующими ее гормональную систему. То есть не допускающими сбоев работы в этой тонко настроенной, практически вот хрустальной системе. Эта система действительно, она очень тесно связана с эмоциями. И почему говорят, да, что у женщины секс в голове? Потому что от эмоционального состояния женщины зависит, как ее либидо, это у здоровой женщины, естественно, да, ее либидо, ее половая функция, ее детородная функция. То есть это все следствие многих факторов на уровне центральной нервной системы. Фитоэстрогены – это растительные помощники, которые позволяют женскому организму при наличии, ну это неизбежно в нашей жизни, различных факторов, влияющих негативно на гормональный баланс. Это и стрессы, естественно, это различные переживания, внезапные какие-то негативные события. Многие факторы, которые, кстати, даже электромагнитное облучение, которое на сегодняшний день является одним из самых главных факторов возникновения многих заболеваний, потому что наш организм вынужден ежесуточно, ежечасно создавать антиполе для защиты от извне поступающего электромагнитного смога, вот шумовых частот. Их сейчас очень много. Ну, помимо телефонов, там, радиоприемников, спутников и так далее, это еще и электрические сети, и Wi-Fi, и Bluetooth, и все остальное, чего очень-очень много в нашей жизни. Так вот, все это, даже не какие-то там стрессы на уровне психики, а вот такие банальные вещи, которые ежедневно происходят, тоже влияют на гормональный баланс. Так вот, те самые фитоэстрогены-помощники, желательно их употреблять просто как периодически либо вот чай заваривать, либо как просто травы использовать, либо в пищу. То есть этих фитоэстрогенов, их достаточно много, и некоторые народы на нашей планете даже ну, постоянно применяют ну, в пищу, допустим, соя. Источник целой группы фитоэстрогенов, да, то есть сам по себе продукт для женщин очень полезный, но для азиатских женщин. У нас тут свои, своя песня, да, у нас тут есть клевер, у нас тут есть другие растения, ямс, ну, ямс, скажем, он тоже более такой южный, вот, но есть масса растений, которые являются для женщин помощниками, гормональными помощниками. И их нужно, опять же, употреблять не тогда, когда вам уже прописывают гормоны, да, потому что люди, они немножко неправильно понимают работу растений, то есть они приходят и говорят, вот мне тут назначили гормоны, а можно как-то растениями заменить. То есть они полагают, что растения – это замена гормонов, но гормоны, фитоэстрогены, они работают совершенно не так, как синтетические гормоны, абсолютно не так. И систем воздействия на организм человека, их очень много. Так вот, вот три компонента поддерживают нормальный гормональный баланс и являются источником фитоэстрогенов. Соответственно, будут корректировать цикл, будут восстанавливать всякие тонкие процессы и нюансы. Но опять же, не быстро, да, мы с вами всегда говорим. Срок применения там, от 3 месяцев, 3-6 месяцев. То есть за первую неделю ждать результата не стоит. Следующая группа компонентов – это антиоксиданты. Антиоксиданты представлены экстрактом листьев зеленого чая и экстракт виноградных косточек. Два компонента,
которые тоже, скажем так, хотя они универсальны, конечно, подошли бы и мужчинам, и женщинам, но тем не менее листья зеленого чая и виноградные косточки, ну, испокон веков. Просто вот виноградные косточки – это одно из любимейших женских масел, ну, для кожи, для ухода за кожей, там, для, даже для приема внутрь. То есть это вот хороший антиоксидант. Ну и, соответственно, вот два этих экстракта обеспечивают, как помните, мы говорили с вами про работу иммунной системы, там нужно защитить наши иммунокомпетентные клетки от свободных радикалов. Точно так же здесь компоненты трав с фитоэстрогенами усиливаются антиоксидантной поддержкой. Это обязательно. Антиоксиданты добавляем всегда при любой терапии, потому что нет ни одного проблемного процесса, ни одного заболевания, ни одного патологического состояния, в котором не участвовали бы свободные радикалы, их избыток. Поэтому антиоксиданты, как правило, добавляются во все продукты трансферфакторов, ну и во все грамотные биодобавки. Следующая группа веществ – индолы из крестоцветных, ну, в частности, из капусты брокколи. Индолы – очень ценные компоненты для женского здоровья. В частности, было показано в клинических исследованиях, что индолы способствуют профилактике рака молочной железы. Фактически, любой грамотный нутрициолог, любой женщине, которая 35+, потихонечку начинает назначать вот те самые индолы. Их добывают из любых крестоцветных, ну, любые капустные. Но в основном большее количество содержится, конечно, в капусте брокколи. Поэтому она очень полезна сама по себе, если она созрела, конечно. Вот. Поэтому индолы тоже добавляются, и это дополнительный положительный фактор для женского здоровья. Ну, еще одна группа веществ, конечно же, это сами непосредственно трансферфакторы. А теперь соедините все вот эти компоненты и получите такой отличный букет для женского здоровья. И поэтому он и назван Белви. Бель – это потому что красавица, да, Ви – это жизнь. Красивая или красавица жизни, или красивая и живая, да. Здесь по-разному, может, в принципе, и то, и другое, да, неплохо. Вот, но хороший продукт для женской красоты и здоровья. Его иногда там позиционируют, ой, это для ногтей, это там для волос. Ну, я бы не стала, конечно. Здесь все-таки нет ни витаминов, ни минералов, которые нужны, ни коллагена, ни каких-то, ну, других компонентов, которые тоже необходимы для здоровья вышеуказанных органов. Здесь больше ставка на эндокринную систему и на антиоксидантную защиту. Так что пользуйтесь этим чудесным продуктом, а мы переходим к мужчинам.